Бесправникам не место за рулем. В управлении госавтоинспекции Брестской области состоялось выездное заседание суда. На скамье подсудимых молодой человек, который не в первый раз сел за руль автомобиля, не имея на это права. Наши корреспонденты продолжат тему. Выездное заседание суда рассматривает уголовное дело в отношении 21-летнего жителя областного центра, который, не имея права управления автотранспортом, повторно сел за руль отцовского автомобиля. Молодой человек никогда не учился в автошколе, соответственно, и не имел водительских прав. Во время движения был остановлен сотрудниками ГАИ. На суде он признал свою вину и раскаялся. Выездной судебный процесс провели с целью профилактики подобных правонарушений. На него в качестве слушателей пригласили будущих водителей. Законодатель уделяет особое внимание тому, чтобы такие дела рассматривались наиболее полно, подробно, выяснялись все обстоятельства, в связи с чем данные лица управляли транспортными средствами. И также, собственно, рассматривается вопрос о назначении справедливого наказания за совершенное преступление, потому что это деяние вносит повышенную общественную опасность, поскольку лица, которые управляют транспортным средством без права управления, это потенциально преступники, которые могут совершить и более тяжкое преступление. В 2023 году сотрудники ГАИ Брестской области выявили более 5000 водителей, которые сели за руль, не имея на это права. По вине таких водителей совершено 400 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 50 получили травмы. За управление транспортным средством, не имея на то права управления, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на первый раз от 5 до 20 базовых величин, на второй раз от 20 до 50 базовых величин или общественные работы, или же административный арест. В случае повторного и неоднократного такого нарушения предусмотрена уже уголовная ответственность. В этом случае житель Бреста получил наказание – арест на 2 месяца и лишение права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспорта, на 5 лет. Юрий Пещер, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».